Я начал играть в CS 1.6 еще в детстве. Проводил вчера в компьютерном клубе. Любил играть в зомби-моды и проводил много времени на зомби-режимах. С годами я перешел на Counter-Strike Nexus Studio. Мне не нравился CSGO, и я жду CS 2 на Source 2. Я был очень хорош в этих режимах и даже нашел себе девушку-геймершу, которая была известной стримершей Грустникой на ютубе. Когда мы начали отношения, она начала унижать меня за мои аниме и неудачи в играх. Я часто проигрывал в зомби Герои, зомби Зе, а также в других играх, таких как Standoff 2, PUBG, Valorant, The Last of Us, Free Fire и Resident Evil. Я чувствовал себя неудачником. Мои отношения с девушкой стали хуже и хуже из-за этого. В конце концов, мы с ней расстались. Девушка должна была мне заплатить 1000 рублей за то, что я помог ей с каналом, но она мне не заплатила. Разбило мне сердце, и у меня началась депрессия. Я плакал, начал пить и принимать колеса. Мои друзья Стас и Еск отвернулись от меня. Однако остались мои любимые подписчики, которые поддерживают меня на стриме. Такие как Рома, Антон, Вова, Луфи, Гномик, Акит и другие. Спасибо большое. Я решил начать стримить на YouTube ради своих подписчиков, которых у меня нету. Мне нравится общаться со своими зрителями. Если вы хотите поддержать меня, вы всегда можете послать меня на... А мне так было. Если вы хотите поддержать меня, вы всегда можете сделать это донатом 15 рублей. Ну вот другое дело. А для тех, кто хочет пообщаться со мной поближе, вы можете стать спонсором за 300 рублей и присоединиться к нашему голосовому каналу в Дискорде. Там мы сможем общаться лично, играть вместе на стримах и получать крутые эмоции от совместной игры. Вступай в нашу группу, чтобы знать всегда, когда новый стрим. Сава. Тайминги, ебать.